Алло, Марат, Джан, слышь? Я, короче, на базаре. Что надо? Чечевица, домашняя курица. Да? Эх, такой суп приготовим, обалдеешь, елки-палки. Возьму, брат, лучшие продукты, как ты любишь. Чечевица. Мы, кстати, этот суп ели в ВВВВ. Тют, это где я был один раз в жизни, или два раза в жизни, или вообще там, где я был? Где я там был? Ага, вот, да, в Турции. Он у них чорба называется. Вкуснячий такой, что, мама дорогая. Перец маринованный. Короче, завтра объясню. Давай, я сегодня покупаю, завтра готовим за всю Одессу. Эх ты, ага, Светочку крепко целуй. Ага, вот туда, да, в курочку домашнюю. Тихо, давай, пока, оператор уже снимает. Ты что, уже снимаешь? Угу. А ты что там, с любовницами разговариваешь? Ага. Я хоть там не матюкался, не? Не знаю, я друзья, не слышно. Друзья, всем привет, с вами Степан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Короче, чтобы у вас, у всех были друзья и было кому звонить. Угу. Не, Маратику звонил, сказал, что мы... Сейчас такое там накупим, нагребем. Тем более, слышь, а что не влазит? Раньше была сумка, как сумка, елки-палки. Что ты мне за... По всей Одессе, вернее, даже по всей Украине гоняли за сумкой для Сережки. Ничего ему не подходит, там карман не тот. И что это, скажите, что, оторвать эту наклейку? Даже я не такая капризная, как ты. Кать, я вообще не капризный, просто мне нужна сумка с нормальной змейкой, чтобы закрывалась. Да, 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 неделю ходили, искали. Слышишь? Ребята, я за нее дико извиняюсь. Что ты опять вот эту Санта-Барбару развела? Мы же пришли на базар. Пошли показать на базар. Людям уже осенние цены, обвал летних цен. Сегодня бери не хочу, я думаю, что отдают даром, тем более начало третьего, это именно самое базарное время. Что ты приходишь, не ты торгуешься, а с тобой торгуются, чтобы ты только взял. Ага. Сейчас так сэкономишь, что обалдеешь. Короче, нам надо чечевица, домашняя курица. И ну и там, что еще боженька пошлет, то все и возьмем. Вы же увидели? Татьяна Михайловна, спасибо огромное. Всех детей аккуратненько в аренду отдали. Бабушке бесплатно. Ты что? Я сегодня без тачки вообще не знаю, что делать. У меня когда такие моменты, когда нечего катать и нечего за собой тянуть, так я аж теряюсь. Представляешь, давай, тебя на сутки без детей оставить? Интересно, что да ты меня делаешь? Меня Кондрат хватит. Наверное, такой спокойный станешь. Такой весь... А может наоборот? Не надрюченный. Слышишь, что всех веселит слово «надрюченный»? Садись, тебя прокатят. Смотри, для чего автоматика дошла? Все само катается, заезжает. Я вам хочу сказать, что я ничей, не прячьте от меня своих очей. Они у вас настолько хороши. Боже мой, как хорошо, Катюня. Когда руки свободные, да? Да я за другое, посмотри, какая погода. А, это моя любимая погода. Мама дарит такую погоду, что просто кошмар. Сегодня такой... всех деток с праздником, ребята, чтобы у вас знания, короче, никогда не заканчивались, да? Мы нашего отвели, ну как отвели? Привели, чтобы вы вспомнили и забрали обратно, да? Я что хотел сказать, может на море случимся в этом году хоть разочек, а? На какое? Ты балда, на черное? А на какое еще? Знаю. На индийское? То не море, то океан. О, хорошо было бы. Хотя бы на черное. Эх ты! Welcome to базар! Не базар, а сказка. Скажи мне, а что, людей всех удалили? Посмотри, я Сережа, вообще... Сережа, сегодня 1 сентября. Ну и что? Так что, это значит, что на базар ходить нельзя? Люди пошли в пиццерию. Это мы с тобой в этом году по-умному сделали. В пиццерию накануне сходили. Слышишь? Ну и что? И что? Цена упала, возьму. Я же тебе говорил. Одну такую. Ё-моё. Одну Санечка, такую. Санечка, здравствуйте. Здравствуйте. Скажи мне, а что ты своих курочек в школу отвел? Конечно. Пей, подожди, когда брат. Ходили, и что, они все уже? А я думаю, где люди? Все люди уже скупились и уже разошлись. Нету, брат, Джан, подожди. Не, нам надо вот это вот. А таких нет, Памела Андерсон? Ну, хотя бы одна, это моя? Одна. Там мне сегодня надо штук шесть. Там кролика возьми еще, цепленка домашняя на кукурузе. Ну и бульонку возьмем. Бульонку. Всего насуй туда и нормально. Так, раз, два. Давай мне три бульонки самые большие. Вот эту памелу. И может мы еще что-то нагуляем. Нам надо еще что-то такое. Слушай, там мы 80 литров будем готовить. Цыплята? Брат, не знаю. А чего нет? По пол цыпленка в тарелочку. Правильно. Договорились, давай. Да вы на корочки возьми. Скажи мне. Памела Андерсон и нормально Катя. Будет. Что? А что нет? Давай я буду сам тут немножечко заказывать, а ты будешь только рассчитываться, давай? Я тебя спрашивать не буду, что давать, не давать. Это я рассчитываюсь.
А у Сережи дети, у Сережи надо в школе появляться иногда. Знаешь такую поговорку? Какую? Кто ее кормит, тот ее и танцует. Шушу? Ну, это боже мой, конечно, слышь, по 10 килограммам. Подожди, ну это же начальная стадия, и елки-палки. Пусть он с танцами хорошо разберется сначала. Не, она что-то такое сказала, я же даже забыл, что я, зачем я сюда пришел. Кто ее, тот ее? Нет, ну, так я тебя, как раз я не про это. Я про танцы, Сережа. Танцы – это не вот то, что ты показал. Странные танцы, танцуй под луной. Держи. А скажите, а эти окорочка – это от этой курочки? Да. Ну так бери окорочка, в переходах подземных станций, танцы. Какая-то песня, вспомнил, не могу. Хорошая выжить такая. Вы сами с собой разговариваете, я это… Разбирайтесь, да. Но бульонки вот эти, ты шо? Смотри, я вот, меня одно удивляет. Катюня, покажи сюда внимательно. Тебя, они даже в холодильнике. Тебя снимает скрытая камера. Здрасте. Да. Ты что? Спасибо огромное. Спасибочки. Да ты что, мы стараемся. Я что хотел сказать. Это ж как надо иметь такой правильный жир, чтобы даже в холодильнике его излучать. Ты понимаешь? Он не сворачивается. А у тебя точно там... Это шедевр. Вот таких курочек надо брать. Мы брали неоднократно. Лучший бульон, что может вообще получиться. Только это когда еще не закипело, но он уже номинант на холодец. Ну, три давай. Три давай. В холодной воде просто помакал вот так вот, что пакетик с чаем, правильно? И беги за хреном. Елки-палки, холодец готов. Тем более, знаете, на базаре лучшая горчица. Вот там у пацанов, вот я же мясом, колбасой торгуют и квасом. У них такая горчица. Ручная работа, крышку открываешь, я сегодня понюхал, хотя купил еще 3 дня тому назад. Прямо вот так вот, что дракон. Я даже побоялся лизнуть, но сразу захотелось холодца. И мы поехали к тебе, покупать сразу курочки, чтобы приготовить суп чорба. Ай, какой-то бардак в голове, но будет по-любому вкусно. Так, что и сколько? Так, помыла, бам-бам-бам, я считаю, мне же надо порции посчитать. Возьми еще окорочков, пару штучек. Как минимум 80 человек. Давай лучше цыплята. Да цыплята едем пососать. Да что ты как это умылил? Так, 7200. Ну давай до 10 добьем килограмм, правильно? Что? Только помелы, но цыплята не эти. Не-не-не-не-не. Я бы взял, Катюша, стегна. А? Не, стегна... Чего ты? Так что ты, я тебе умоляю. Ладно, давай окорочка. Давай, короче, Сереж, ты нам скидку сделаешь хорошую, правильно? Я скажу, что я отлипована. Нет, сразу же меня послушать. Так вот это надо было повыпендриваться, чтобы взять окорочка. Это я не люблю, когда командуют. Ты что, не поняла еще? Да. А я-то думаю, чего мы с тобой иногда... Ты не хочешь станцевать, а я спою? Ссоримся, легко. Есть такая еще. Не-не-не, это ж перепелочки. Шикарный вид. О, так это еще и груди. Не, нам после той передачи, когда мы были у Жени и с Надей, которая садится на шпагат в любое время, до беременности, во время беременности и после беременности, у них же голуби, так я теперь к голубям по-другому стал относиться. Какие красивые, ты видел? У него такие породы скоростные. Женя, не смотри, это Женя, он... Там нормальный парень, слушай, есть целый мир рецептов голубиных. Но то не про его голубей. А у меня денег хватит на твою курицу? На обратном пути, конечно. Чего? Чего таскаться? Так я бы сразу в машину бы скинул этот балласт. Если что, тачка свободна. Да нам вроде бы много и не надо. Я не буду брать тачку. Ну давай нам сегодня немного. Ну давай пару персиков возьмем и все. Вы что, чечевицу? Ну сегодня легкий базар, Кань. Побереги мои бицепсы. Ты потом, она мне говорит, что ты мне массаж не делаешь? Так у меня же нет сил. Пока с ней базар сделаешь, я уже потом и уже не то чтобы массаж, я уже... Слабенький стал. И про хорошее думать уже не умею. 1390, 1300, поняла? По секрету. 90 я скидку сделал. Нифига себе, можно еще что-то себе позволить, кусок филе. Давай, бабки, что ты... Я жду, когда ты скажешь это. Так я сказал, оператор, бабки гони. Нам открыли точку с шикарными перцами. Кто открыл? Вы? Да. А где? На старом месте? Да, там же Гольшары. А что ж ты молчишь? Так мы сейчас пойдем узнаем, почем в Одессе. А, да? По свежему? Не, ну вы молодцы, короче. В 2 раза дешевле, чем в том Польше. Я вообще думал, что такого не бывает, что что-то в нашей жизни цена откатывалась. А вы молодцы. Вот так люди начинают бизнес. Почти бесплатно раздают, потом понемножечку накидывают. Так, ну давай, оператор, бабки они. Ну что ты как это, блин.
Ты что, вот я ее подсадил, вообще уже не может рассчитываться. Я бывает ночью, она когда спит, потом захожу, говорю, оператор, бабки гони. Врет, и она сразу врет, начинает врет, там, врет, в купальнике что-то и искать. Еще раз врет. Под подушки раз. Да, ты пока отчитаешь, я схожу в машину. Она хочет к вам прийти мороженое покушать. Так пусть идет кушает, давай, да. Забегай, елки-палки. Да, ты что? Зайдем обязательно. Та люди такими конфетами торгуют и про мороженое мечтают. Молочага, красава. Идем. А я только что говорил, у меня Тимурка еще маленький был, мой самый первый. Я когда заходил, его Ильич называли. Кучерявый такой, да. Братка еще стоял мандаринами, бананами лучшими торговал, да, в Одессе, да, да. А потом уже, а потом на конфеты перешел, да? А что, они не портятся, правильно? Ты что, поставил себе и торгую не хочу. Короче, до свидания. Ага. Забегайте в любое время, а завтра еще и будем чорбу готовить. Так что хорошо. Супчика съели, смотри, какие конфеты, Катюня. Ты не хочешь пойти курицу отнести? О, все, забегайте, подписывайтесь, ставьте лайки. Да и просто получайте хорошее одесское настроение. У нас за это канал. Да, да. Ты шо, Катюша? Ты точно не хочешь ничего, а? Нет, нет, Сереженька. Корову для коровы не хочешь? Нет. Давай я тебя нафарширую. Я ж лошадь. Ты забыл? Я же лошадь. А, это? Да. Извини, а не Маша? До свидания, конек. Неси в машину. Все, первый ходка сделал, пошли. Все правильно, сюда. Чечевицы сейчас килограмма... 3-4. Ну, 4 минимум надо взять. А ты помнишь, какая она вкусная, 10. А? Ты про горох? Я... Во-первых, ты я не ожидал, горох? Во-первых, не ожидал, еще раз говорю, вот этой твоей мимики лица, чего тебе должно... Да, его едят с лимоном. Ребята, те, кто ел чорбу настоящую, вот этот вот... Густое не кисельеобразный такой себе, да, почти крем-супчик. Угу. Вкуснячий, бесподобный, как его турки едят, даже без мяса. Перчик маринованный, лимончик и ням-ням-ням-ням. Так, а там ням-ням. Только вот эта чечевица у людей. А вы сейчас понакладываете туда мясо, перца, картошки, как всегда. Что еще там? Мы приготовим, нормально будет, вкусно. Здоровенькие были, салют. Что? С завтрашним праздником вас. Ну и сегодня. А, спасибо, с наступающим. И сегодняшним днем знаний. Все? Ты со школы и нормально? Я тоже, меня отпустили сегодня пораньше, да. Последний звонок. Эх, ты что? А, завтра с наступающим. Елки-палки, событие какое. Шикарное в Одессе. Да? А ты знаешь какое? Самый, ты что? Обижаешь? Молодец. Огурец. Ах, Сонька, Сонечка, стели свои перины, обли духами пышную кровать. Ведь нынче кто, Одесса мама, будет справлять аминины. И вся. И какая Одесса? Да во всем мире должны за это знать. Парира, тач, тач. Парирум, ярум. Одесса мама поздравляет лишь себя. О, вот это куплеты. Здрасте. Мама дорогая, Катюнечка. Нет, мы покупаем. Ну, а... Случайно? Да. Не мало у тебя денег, одноклассница Светоч? Есть. Держи, маленькая. Да. Все, пригодятся. Правильно? Выходной чуть-чуть, да. Так что имею... О, ты что, такая интересная, мадам? Просто боюсь, эту мадам снимать. Ты что, она же не гавкает и не кусается. Я не знаю. Хорошо. А, вот, мы сюда пришли. Здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. И что говорят, чечевица лучшая у вас, правильно? Ой, да, мама дорогая, вот это Катюша. Ага. И самая вкусная. Кать, ты что, на жвачку стала? Так подойди, ты покажи людям, что покупать надо, когда вы хотите приготовить шикарный суп, елки-палки. Чорба называется. Вы его любите, да, тоже? О, да. Ты, вот я попал туда, куда надо. Да. Это у меня Катюша такая. Ей бы только сечкой питаться. Ну, мы его на свой лад, немножко на одесский, еврейский приготовим, чуть-чуть что-то там от липования добавим. Вы взяли маленький пакетик, хотя кидайте. Килограмма 4 надо, аж бегом у нас казан на 80 литров. Все, и будет нам счастье. Ёшкин ты кот. Так, я подержу вот это. О, шикардос. Так, а я сейчас возьму еще домой кое-что. Смотри, мы сегодня снимаем видео... За чорбу, я знаю. Нет. За что? Обзор базара, как все известные делают блогеры в Одессе. Я как не говорю, знаю, это, я это не про нас. Ну, немножко покажи людям ты цены. Ёшкин ты кот. Стоит Сережа. Себе, ты что, влюбилась конечно. В меня в очередной раз. У нас все красиво, все хорошо, да. Хорошие цены. Великолепно. Снимай аккуратненько, внимательно, чтобы у тебя руки не дрожали. Смотри. А какой так, шлифованный по 150. Таиландский. Ай-яй-яй. Спасибо, будь здоров. Те. Во-первых, что, Катенька? Тебе сахар домой нужен, так? О, кстати, по-любому.
Так, есть. Все, сахарка килограмма 2-3. Сколько? А, это я запишу. Так, сахарка ему килограмма. Сахар на вес или уже упакованный? А, упакованный, да? И что, почем сегодня сахар? 40. Я знал, правильно, так, все сходится, да. Так, а теперь нам надо два больших пакетика. У вас есть два больших пакетика? Вот в один пакетик два таких сахара. А что ты хочешь, себе комбикорм взять? Сбил ее, да, сахар. И в другой два сахара, пожалуйста. Так, потом гречечки обычной. Марат, смотри, нут по 55, елки-палки. Ты помнишь, он его брал по запредельным ценам? Ага. А, тут все для людей. Лен вообще бесплатно. Манка ешь не хочу, смотри. А за пшеничку я вообще с ячкой даже... Ох, а еще... Та гречка. Та гречка. По 40, это что, мне что это снится? Посмотри, Катя. Да. Ты посмотри на эту гречку. Ты что? Ты там хотел показать мне крупным планом. Да чуть дороже гороха, блин, ну какая вкусная. По килограммчику. Или давайте по два. Так что дать? 2 килограмма гречки. Обязательно, для чего-нибудь кидайте. Просто по 2 килограммчика кидайте и все. Вот это... Договорились. Ага, она сегодня очарованная какая-то. Что на тебя? Тобой, Сережа, ты. Так ты хватит сегодня... уже, елки-палки. Такой красивый. Иди. Комплименты мне с утра один за другим говоришь. Думаю... Туй. Это я ее этот на Лексусе новом прокатал разочек. Так она теперь... Очарована. Околдована. Лексусом. Да. Я сам в шоке, чтобы вы понимали. Лучше бы не катался, елки-палки. Теперь снится мне даже, я еще спать не ложусь. А мне не снится, представляешь? А что? Не знаю. Я о другом. Ты какая-то атрофированная у меня. Какая? Атрофированная. Атрофированная. Ну, это когда мышцы в голове не работают. А у меня... Ой, фантазия. Ёлки-палки, вот оно тебе золото килийское, а? Хороший город Килия, и риса там, да. В каждом дворе. В каждом дворе, как винограда. А, Египет это такое. Жасмин пойдет, а вот это именно вкусняшка необыкновенная на кашу молочную по утрам. И еще вот той мелкой вермишельки. Марат, Джека, слышишь, а вы вот когда... Катя, только ты разговаривай, я тут буду помимо этого еще к Джеке обращаться с Маратом. Вот так, покупали вот такой рис, когда мы были у Джеки в гостях, голубей смотрели. Из такого риса готовили мы плов. Почем вы его брали? Я нашел здесь подешевле по-любому. Ёшкин кот, шедевр. Ты можешь уже сразу... Ах, Сонька, Сонечка, стели свои перины. Вот это она набрала. Вы же понимаете, что... Как она меня любит. Подождала, когда у меня не будет ни тачки, ни ребенка с коляской. И загрузила по полной программе. Все, спасибо огромное. Сколько я должна? Дай. Давай. А жизнь остается прекрасной всегда. Состаришься ты или молод. Но каждой весною так манит туда. В Одессу мой солнечный город. Неужели это так важно, когда я пою известную мировую песню? В Одессу мой солнечный город, у Черного моря. Люди, затаив дыхание, слушают эти всеми известные слова на весь мир, на любом языке понятные. А ты, подруга, под ту ее. А ты просто поешь каждый день, как мне, это, Сережка. Все, обрыдло уже. Идем хоть кваса попьем. Ай ты. Че ты как это? Нам же некуда положить его, у нас даже колясочки нет. В глубину? Да. Кишечника. А что его носить? Надо его пить. Идем хотя бы узнаем. Мне вообще хотелось сказать спасибо ребятам и пацанам, тех, кто я даже прочитал. Кто придумал вот этот вот замечательный напиток под названием Казбек. Черкасы, вы молодцы, елки-палки. Такое ощущение, что тот, кто придумал, мой одноклассник. Это именно аромат детства. Я не знаю, даже ну, непередаваемый. Это еще времена, понял, Буратино там, всего этого. Здоровенькие были. Ох ты, шо, баночек заталился, а я иду, хвалю тебя на всю, на весь мир, братка, здоровенькие были. Салют. Ты шо? А что вы его спрятали? Покажи людям, что у вас есть. Надо было... А, вон я вижу. Я вычитал. Думаю, где он взялся? С Черкас? Черкасская область? Да, Черкасская область. Молодцы. Вкус такой. Я вот пью, закрываю глаза. Такое ощущение, что я в своем детстве, вот только когда понял, были эти лимонады Буратино, Дюшес. Один в один оригинал. Да, давай. Сода, кстати, тоже был. Тоже был. Но я любил Дюшес и Тархунту. Вообще, мне казалось, для богатых такое. Давай всех по три баночки.
А зачем нам столько? Мне? Ты спаиваешь и двум детей детям. Лимонадом. Хорошо, чужим детям. Раз, два, три. Ситро. И тархун, да? Есть лимонад. Давай лимонад. Все. Что ты делаешь? Показалось, что ты запачкался. Дай мне одну баночку. Тут ты так спрятал. Любую, я просто людям покажу, чтобы понимали, что такое вкусно. Смотри. Казбек. Ребята, вкус такой. Вот самый тот еще оригинальный. Все, запаковывай в этот куда-нибудь. Вот то сало, что мы у тебя купили, уже поехало в дорогу дальнюю. Я его красивенько оформил. Вижу, у вас есть еще как бы Катюня. Что, Сереж? Перышко. Я хотел сказать, давай ты немножко поснимаешь людям. Не всем надоед. Дливое лицо уже это. А продукты главное, вечно привлекающие. Объективно, да я нормальный парень, все внешности. Хорошо, я это делаю, елки-палки. Станет, как я вообще не знаю, что я. Нема у вас там девочки лишней никакой мне? Ему нужна. На полдня погонять. Для проведения. Моя досуга. Сломалась, досуга. Понял? Нет, девочку. Девочку. Вот. Девушку. Мадам с волосатыми дайте ногами. Дайте ему кого-то. А женского рода. О, и вертуты вот эти вот три тоже заворачивай. Они тоже очень вкусные. Вот ту, что акцию в тот раз мы выиграли, это просто был шедевр. Мне не досталось, чтобы ты понимал. Дети смели ее так. Дети и мама. Я еще не знаю, кто из них больше, надо будет выяснить. Ну, конечно, мама кто же еще. Ну да, маме можно. Что ты говоришь? Так сказал, что бедная мама, наверное, скажи там чуть мне. Не поперхнулась той вертутой. Что она угорает, Ил, с меня? А я от чистого сердца. Я за другого хотел сказать. Подожди, смотри. У ребят какая картина маслом? Даже если ты поел, у тебя все равно начинают какие-то там процессы происходить внутри. Вот это печеночный тортик, ты представляешь? Да подожди, ты взять ту котлету и прямо вот в эту именно манджечку икру так вот макнуть, чтобы она два раза по руке у тебя ляпнула. И вот так вот сделать, блин. А потом добраться вот до этого батона. А это не батон, не обеденный 4-го хлебзавода, это именно вся рыба, я даже не знаю, все. А сверху еще весь цимис Одесской области. Икоркой красной присыпать, да, Сереженька? А ты у меня испорченный едой человек, елки-палки. Нет, о, слышишь, ты меня не обманул за эту горчицу вашей ручной работы? Я кому не даю, не то чтобы люди не вывозят даже лизнуть. Они понюхать не могут спокойно, ноздри, что у дракона, у того Таргариена, понял? Хе-хе-хей. Хочется гореть. И что, закончилась у вас эта горчица? Есть еще? Есть. Ага. А что, почем такая баночка? 50 гривен. Ребята, не переживайте, что так дорого, это недорого, потому что хватит ее даже на Новый год и еще и на старый останется. Да надолго хватает. Пробовать, но закусывать не даем. Не-не-не, это даже не пробуйте, просто берите, это просто шедевр. Давай, что мы вам должны. Кать, давай возьмем кусочек чего-нибудь. Ячейку дать вам? Нет. Не-не, у нас все, а что нет, давай. Давай, я же ту отправил, я нам ничего не оставил. Я с тем сальцом, мы положили вкусненькой храброй воды, короче, винчика благородного. И поехала вкусная посылочка. Давай нам что-нибудь возьмем, помимо того, чтобы возьми, еды. Возьми, что на тебя смотрит, Сереженька. А я хочу вот тот зельц. Что там сегодня, с языка, с головой? Я вам дам печенье попробовать. Не надо пробовать, вот этот весь кусочек заворачивай. Нарезать я можем вам его? Нет, я буду так кусать. Ты не видел, что я дома делаю, мне просто на людях стыдно. А дома я нормальный парень. Ты что? Такое начинаю сотворять. О, а мне все, возьми вот этот вот кусочек шо? Тортика печеночного. А ей кусочек печеночного тортика. Я прям сейчас его отрежьте, я прям кусочек сейчас съем. Кайф, а тебя точно вырезать надо? Ты что, пропорции попутала? Там нормально у тебя все. Чё ты, чё ты? Он так врезал, это, она пошутила. Ничего брат, я не пошутила. Опустить-то, посмотри на её рот, ёлки-палки, ей не надо резать. Чего? Она нормально там кусает. Ты карпаччо прямо сделал. Что тебе мой рот не подходит? Я вот так не могу понять, не а? Подходит всё, слава богу, ёлки-палки. Что ж ты с ним повёлся, с этим ртом, если он тебе всё не подходит, а? Катя, если бы не подходил бы... То что? Хочешь попробовать? Я бы в него и песни не пел. Хочешь попробовать, спрашиваю? Пока спрашиваю. Давай, угостись. Своим на. Маленьким ротиком. Гемоглобин. У меня не налезет, мне надо еще тоньше резать. На. Ты шо,
растительным маслом, елки-палки. На, пожалуйста. Ты когда-то пробовал такой торт? Я регулярно ем такой. Да, это же гемоглобин. Когда я готовлю, да? Это же гемоглобин. Вот это было лишнее. Гемоглобин. Вкуснячий. Так, салфетки есть. Так что тебе? Бесподобно. Нереально вкусно? Просто и что, как... больше у вас нету? Нет. А маме? Сегодня уже. Придется отдать это маме. Нет. Блин, ну... Как вкусно, Сережа. Может, у меня там на разовой ложечке? Я доем. Все, слышишь, туши этот позор. Горчички туда. Уже поешь спокойно. О, кстати, вот этой горчицы ей мазни, ты хочешь? Давай. Тогда не туши. Слышь, давай я тебя сниму. Один весь мир просит, чтобы я снял тебя. Давай, я даже не буду тебя снимать, я просто сниму крупным планом просто рот. Давай. Вот так, вот так? Ага. Чего ты ржешь? Давай. Ой, нет. Потом, да давай нет, ты что-то, да еще никто так никого в рот не снимал. Сережа, давай, рот в рот, давай. Да, я рассчитаюсь. Помажь ей хреном. Ты больше. Положите, а я... А где мой тортик? Тортик у ребят, и горчица у ребят, ты что? Вот ты просто вот это. Елки-палки, весь мир за тобой ухаживает. Братик, ложечка, это ты пошутил. Не-не-не. Нормально. Та... А, нормально, да? Это гайки. Рядышком, да. Сука, не едят, Катя, ты горчица. Сережа, я шучу, нормальная горчица. Что? Давайте мне ложечку. Давайте ей ложечку. Спасибо большое. Выключай свою камеру. Да я просто круассаны поснимаю. Кать, да дай я тебе рот сниму, елки-палки. Сейчас ребята, ну-ка, смотри. Не-не, меня не надо. Я не голодный. Я буду дюшес пить. Нет, все. Кать, перестань, да я не хочу эту ерунду. Я сказала, открой, попробуй ротик. Ты что, будешь на людям командовать? Дай я хоть телефон выключу. Давай. Давай, Любчик. Смачного тебе. Все? Угу. Фу. У тебя бабушка готовила такое? Угу. Там прямо чувствуется лучок. Как он хрустит. Слышишь меня? Вот все чувствуется. Настоящий. Горчичка вообще шедевр. В следующий раз, когда я захочу такой тортик, вряд ли я уже смогу его купить. Чего? А, все, что мы пробуем, обычно быстро заканчивается потом. Поэтому вырежешь все. Я так плачу, как ничего не оставлю, да? Это самый правильный Наполеон, что может быть вообще в жизни. Так, а теперь остановись. Сережа? Ты сказала, что попробуй? Ну, я сказала попробовать, а не скушать. Да, и тебе тоже. Очень вкусно, и горчица, ребята, у вас лучшая. И торт бесподобный. Дуже дякую. Что она вам должна, и мы валим дальше? Не, я доем, и мы валим дальше. Да успокойся уже, присядь, доешь и валим дальше. Очень хороший. Ёшкин кот. Варено-копченый? Хамон, ага, я буду. Катюша. Вот это нежняк. Давай сегодня праздник, сделай маме приятно. Кусочек маленький, да? Давай, так и себе возьму. Можно попробовать? Тю. А сделай маме кусочек. Один слайсик сделать? Ну, нет, маме чуть побольше. Она у нас очень... Я нам очень любимый нарезаю. Человек. О, нарезай. Так, грамм по 200 нарежь. По чем? Слайсика сделай. Да, две упаковочки. Одну для меня, другую для мамы. Маме можешь там чуть больше, грамм 300 накрошить. Да. На слайсере. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. И готово. Слышишь, ну вот это мы, конечно, попали в деликатес. Нет, то классика идет, не с шоколадом. С шоколадом там идет две палочки шоколада. Классика вообще не сладкая. Твикс. Не, не сладкая. Она больше, чтобы делать начинку, допустим, можно тот же окорок туда вложить, зелень. Понятно, две ветчины там что-нибудь. Так, две коробочки? Да, да. И еще три слайсика? Да. Конечно, пусть кушает. Мама? Да ты! Не, это мне? Да я вообще какая разница, сколько там просто делаю. Это такое хочется и без хлеба есть. А имеющий такую горчицу, слышишь, мы теперь... Любой кусок можно назвать шедевром. Обалдеть. Кстати, что, лишний? Блин, давай, брат, я не знал, пригодится. Не, подожди, у меня всего три руки, я сегодня без тачки. Вот это добрая душа, спасибо. Что ты с ним будешь делать?
давайте, да не давайте, кому-то еще пригодится. Не-не-не, лучше оставьте какой-то бабушке. На, братка, тебе. Тархун передали бесплатно. Да ты такой не пробовал, никогда возьми, потому что позже надо будет... Да они тебе не дают, они тебе за деньги, держи. Мне надо руку освободить. Не, нифига, я не сделаю, пока не возьмешь. Бери тархун, спасибо. Все, вот это ты. Ребята, есть жир недорого. А что ты, завтра колбасы наделаете, будете продавать? Бабки поделим, елки-палки. Вот это ты напихал, так напихал. А обалдеть, Катюня. Ты что, такую деву в Одессе найдешь? Чтоб жиром кидались. Ага. Икра есть, мерка. Я в машину, ты рассчитывайся. Угу. Вот спасибо, так спасибо. Да, обязательно. Сюда не присаживайтесь, Катюшка, возьми этот, протри салфеткой. Смотри, чтобы у меня в машине там не текло только, пожалуйста. Чтоб не пахло. Тогда возьми у ребят еще один пакет. Сейчас по дороге. Давай, давай пакетик всовывать. Все? Ну почти все, давай, как это. Все. Возьмем то, что нам не хватает. Братик, дай нам вот эту большую курицу. Да. Тем более она у тебя недорогая, да, нам как раз не хватает. О, шикардос. Это львовская курочка у нас. А я же вижу, что приезжая. Была, да, теперь уже ее все. Прописали. А завтра мы ее пропишем на Королеву 88/1. Эх ты, ресторан Архимус. 280. Все, а теперь я точно в машину пошел. Не-не, Королева 88/1. Ресторан Архимус, то место, где мы прописываем курей. Опача. Все, благодарочка. Отдала гроши? Да. А мы одесситы, все, кто приезжает, все друзья и все родные. Главное, чтобы голодные спасибо. К нам ехали. Все, ребята, будьте здоровенькие. До свидания. Спасибо за жирок. А приходи, я его приготовлю, тебя и угощу. Эх ты. Еще и скидку сделаю. Спасибо, да. Фу. Вот это сходил, так сходил. Жир не надо куриный, недорого. Угощаю. А что, вы не готовите, вы не любите? Эх, я научу вас его готовить. Хотя я сам не умею, да. А что ты с ним будешь делать, мне интересно знать. С жиром? Да. Завтра суббота на барахолочку отвезу. Вали, дашь котов кормить? Катюня, а. По секрету, берешь постненькую курочку, ага. Добавляешь немножко жирка, и получается бульон отменный, как в Одессе любят. А что? Да. Ой. Катюня, в Одессе любой кулинарный шедевр начинается с слова «курица». Берешь курицу, а дальше уже... Хорошо, мы за персиками пройдемся или уже все? Ты что, горбатого из меня делаешь? Дай я хоть немножко отдышусь. Сейчас я вернусь. Я жду. Жди, жди, звезда. Фу, оператор, что-то я забегался в машину. Там я тебе хочу сказать, что уже почти место в багажнике закончилось. С этим жиром куриным. Ну, пригодится. Здрасте. Слышишь? А где вы их отбеливали, елки-палки? Ты что, у тебя? У всех все нормально, а у тебя эксклюзив, елки-палки. То дыни непонятные, там-там. У бабушки оставили, поэтому. Туда все. Да? Ничего, еще раз посмотришь по телевизору, я. Там-там, а тут-тут. Да, мы тут-тут, арбузы там-там. Всего хорошего дня, поскакали дальше. Не, ну, слушай, неплохие, да, вот эти вот? Кто? Японские там-там. Не знаю, ты меня не угощал, сам съел втихаря. Ты не прибедняйся. А что мне прибедняться? Чистая правда. А тот большой как тебе на 13 килограмм? Так мы же его отдали. Песня? А, точно. Будем кизил брать на компот? Ну, будем. Угу. Ты ходи сейчас к ассортименту приглядывайся. А зачем мне потом... приглядываться? Ну, чтобы потом... конкретно налететь и взять то, что тебе надо. Да не, мы сейчас вот здесь возьмем, и вот там выйдем, и все. Там красивый, что такое? А что нам надо? Слушай, ну я... Тут арбуз свежий, а там по 20. Вот какой надо брать? Никакой. Как? Подожди, я хочу арбуз. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Что, арбуз доелось, все нормально? Эй, красавица, все лучше и лучше становишься. Ребята, чтоб все так жили. Я думаю, тебе вот твой висит. Ты, балда, это японские шарики, знаешь, что тебе вот есть? Да. Гоняй, не хочу. О, здоровенький был. Здрасте, здрасте. О, привет, а что вы здесь? Все, динамит закончился, елки-палки? Ты что? Катюня?
Что нам треба, ты сказала, кизил? Мне, если клиент не думает, мне нужно, ну, реально, чтобы мощный. Абрикосы, персики. О! Эй, что-то у тебя, тачка неправильная. А где твоя нормальная? Или ты уже все продал? Все кулечки? Все. Все? Сегодня у всех все. Быстренько. Заканчивается. А гуляем, что-то ищем. А что мы ищем? Как обычно, где деньги потратить, так что найдем по-любому. Блин, а тут, смотри, перец не весь купили. Слушай, я в том году не помню, а в этом году ты посмотри, какие они. Так это только в одном месте. Вот такие фиолетовые, красно-желтые, разные. А? Тебя сам цвет... Не смущает? Нет, не возбуждает? Цвет перца интересного. Что? Да? Так я не на цвет обращаю внимание. О, Саня говорил, гагашары появились. Нафиг мне твоя информация вот эта вот. Цвет перца. Здрасте, почем кизил? О, салюты, мамина дотя. Что, вы маму сегодня отпустили на отдых? А там почем? По-любому дешевле. Еще и поторгуемся, правильно? Дайте на килограммчиков два, парочку. По 90. Все, шикардос. И слив килограммчик. Да, да. Мама не варит, не будет? Да. С кизила? Варит. Ну, возьми. Ну, наверное. Не будет? Ну, мне кажется, не так давно завозили. Это же мы пьем литрами. А рыбы? Он помягче, подвержу. Кизил? А что ты его по штучным выбираешь? А сливу? Нет, сливу это нам, килограммчики дай. Ага. Это наша маленькая принцесса. Она просто любит. Спрашивает, вам помягче? Нет, да я помню, я нормальный парень, я что помню. А пошутить? Хотя оператор уже не смеется от моих шуток. Совершенно верно, правильно. А маме? А маме не надо. Так? Так. Как этот, как соловичок. Ага. Жару такую, здорово. Давай еще раз арбуз возьмем, самый большой. Есть деньги? Нету. Пожалуйста. Вот тот? Да. Такой здоровый, подарили. Такой вкусный. А, мы его подарили, мы его даже не попробовали. Мы его подарили. О, давай, лови еще больше арбуз. Я же все-таки должен его попробовать. Два с походом. То покупаю я неплохо. О, нормально. Может, еще один кулек? Не-не, хватит. Все. А, кулек? А, кулек еще давайте, конечно же. Так, здесь Катюшка рассчитывает. Сейчас возьмем опять самый большой арбуз. Я думаю, мы это сейчас оставим, возьмем тебе персика, правильно? И отсюда я уже сейчас себе руки затарабаню. Вы можете вот все положить в один кулек. Совершенно верно. Вот так вот. А куда же еще больше, елки-палки? Ну давай вот такого, а ну кинь на веса, Катюня. А ты его катить будешь, мне интересно? Да не очкуй, такое допру, елки-палки. Есть еще побольше, если. Ты что, тот был 13, этот? Этот 15600. Шикардос. Есть там около 20. А почем клубника? Серьезно? Да. Блин, Ису. А? Я бы сказал, что мы этот бы съели, завтра бы пришли за 20-кой. Ну давай, слушай. О, не, нафиг, этот маленький, давай. Давай вот тот. Ты что, 20 килограмм я такой? А бери два. Серьезно? А давай два, один маме, один нам. И что, как ты его сважишь? Так, я понял, это у меня и треснет, если я такой возьму. Тачки нема в аренду до машины потом дотянуть? Что-то найдем, да? Все, арендуем. Нет, неси в руках, ты что, 20 килограмм? Вот это каунчик. Завтра будем суп готовить, да, и врежем. Ребята. А мы тот подарили. Но нам звонили ребята, сказали, что просто супер, а не арбуз. А я им верю, так что взял, буду сам пробовать. Это вообще шикарно. Шикардос. А ну-ка. Смотри, о, чемпион, еще и она, ты понял? Кауничка. А кто ты знаешь? Та жопу, ты же не видишь, как... А я не разбираюсь. Я тебя научу дома. 18-715. 18-700, короче, 19 килограмм. Не знаю, каково, но меня очень радуют такие размеры. О, оператор, слышишь? А ты можешь взять в руку вот так вот два? А? Аккуратненько. Да. Не знаю. Давай попробуем. Ну, давай попробуем. Сколько она должна денег сначала? За все вместе. Ага. 770. Давай. Мы тот катали два дня в машине, а это что? Да не жалуйся, таких арбузов не найдешь, дача моя, елки-палки. Так. На хребет ему. Скажи мне, а что, вот этот BMW выдержит его, да? Два пакета, да, выдержит. Ага. Я знаю, Lexus точно выдержит, а вот два пакета, а BMW... Поставлю, два пакета выдержит. Все.
Слушай, а ты пока его всовываю, я быстренько и персики куплю. Тем более у меня еще деньги немножко остались, правильно? Подожди, я вот тут с ребятами не рассчитал. Рассчитывайте давай. Сколько мы должны? Я думаю, вы уже забыли. Там мы вам скидку арбуза. 20 граммов по 90, 180 слива. Бесплатно. 40, да? А, итого 200 гривен, ровно 20, правильно? Нет, давай 200. Все, а я же 20 достал, теперь говорю, давай 200. Не, Катюшечка, сиди, не дергайся, там я ухачаю. Вот так вот, нормалек. Повезло мне все. Сегодня. Спасибо. Обязательно. Идем, до свиданечка. Я вернусь, все будет нормально. Ты что, я такое забудешь? Не, грушу не надо. Мы пробовали, но мы не надо, потому что у нас да, у нас наша выросла. Мы пока нашу доедим, потом будем, потом будем вашу доедать. Так. Что ты? А, помидоры сегодня? Ты понял? Это только на сегодня? Елки-палки. И что, ты возишь, а она крутит? Молодцы. Не, я продаю. Хотел рецепт узнать, а тут же без рецепта. Продал и все. Ты помнишь, где это? Так, вот на том углу. Идем. Быстренько. Так не факт, что они там есть, да? Я тебе хочу одно сказать. Ага. Ты у меня такая, вроде бы, мадам взрослая, ведешь себя как Ульянушка. Ты все время идешь в то место, ага, где ты купила последний раз. Ага. Если бы они там торговали. Здрасте. Ну, вот перцы вот были, это вы, есть. Да, перцем затарились, смотри, там на сегодня хватит по-любому. Шикардос. Мед стоял, стоит. А? О, вернулся, елки-палки, ты что? Блудный сын. А он меня хорошо уже накормил сегодня. Мы взяли там уже орехи, так что не переживай, все нормально. Чищенные. Я же ее раз привел, тебя нет. Второй раз привел, нет. Но думаю, ну не делай же мне человеку шок, да. Уже нашел другое место, елки. А ты что, за голубикой ездил? Конечно. Собирал, убирал, все нормально? Опять туда, в Африку? А, я понял. Все, погнали дальше. А, о, я вспомнила. Что? Где мы брали? У мальчика. И у девочки. Я задумал это сказать, что они же не сидят возле дерева и не торгуют, елки-палки. Это товар, который постоянно, как никого нет. А тебе кто надо? Персики. Кто тебе надо есть персики? Все нормально. Здрасте, привет. Что ты, а где они? Ну вот почти вот то, да, только это не они уже, а другие. Она же запомнила, это где такие персики вкусные. Ну ты что, не помнишь, что с листиком был, да? Вот такой. Сереж. На нее работаю, я соглашайся. Давай возьму разные. Возьми вот таких парочку, Катюшечка. Возьми лысеньких моих любимых, не, нектарин. Не, они очень, нет, вкусные. Как не они любишь? Они вкусные. Ну а что ж ты мне говоришь, побрейся, елки-палки? Так нафиг я а, тогда... А, вон, вот мне все. Вот с того ящика, пожалуйста. Правильно. Это вот они, ну даст она тебе с ящика. Да. Правильно? Все, нагибайся. Давай. А сколько? Так штучек 6, 7, 8. 7, правильно? Давай и детям возьмем. 7, 40. Вам приедет 7, 40. Только чтобы такие красивенькие. Да. Как вы? Ой, мама дорогая. Не, как она не продается, там, понимаешь, это просто персик. Смотри, как пчелки стараются, видишь? Угу. А, работяжки, елки-палки, ты что, какой мед персиковый. И в другой пакетик. Тоже? Столько же. Ну, можно, да, тут, вы смотрите, чтоб... Давайте я тут еще повыбираю. Давайте еще там. Давайте. Раз. Давайте пакетик. Катюша, ты оставь ты в покое, сейчас тебе девочка сделает приятное. Я тоже себе могу сделать приятное, не переживай. Так что вы... Так что ты можешь не беспокоиться, в принципе. Конечно. Ну, походу, им уже и не надо, елки-палки. То одна, другой, то я сама себе и что. Ну чего ты так... На, вот тогда и пердоль свои пакеты сама, елки-палки. Я понял, что ты мне на базар с собой берешь. Дома у нее голова болит, а на базаре у нас все нормально. У меня голова никогда не болит, в отличие от тебя. И у тебя тоже не болит? А, болит, да? Брат. Отдашь на пару дней, у меня есть лекарство, чтобы не болело никогда. Еще и голова. Да, говори, так что, лысого не будем гонять сегодня, нет? Да, хоть поцелую. Ай. Давай. Давай деньги. Лысого. А где твой бородатенький, не мое сегодня, нет? Нет. А то как арбуз слезнул, тогда все его как слезало его, елки-палки. А, может, бегать по базару, да арбузы лежит? Ну, давай деньги уже. Точно надо? Надо что? Давай деньги. Ладно, ну, деньги. Пошли давай за арбузом. Куда ты собрался? Не, брат, такого, как у тебя, нет, елки-палки. Там я один такой на 28 килограмм нашел. Ну, брешу, конечно, но большой. 19 килограмм.
Такой, как ты, такой, как ты, только арбуз там здоровый лежит. Все, вам хорошего всего, идем. А чего ты здесь пошел? А куда надо идти? А вон смотри. Кать, ты сейчас куда ни глянь, везде, везде рябит. Я думала, мы там арбузик заберем, да и все. За ребеночком. Ну, арбуз-то мы заберем в любом случае. И будет тебе все, что ты хочешь тут. До вечера ходить, а с другой стороны, чего нет? Базар хороший. Можно и пройтись. Все. Айда. Катюша, ты посмотри какой. А? Кто? Природный ассортимент. Да никто, а что? Баклажан. Мед написан. Там мраморный. И чеснок мед, и свекла мед, и лук мед. Все мед. В Одессе еще не посади, все мед. Забирай свой арбуз. О, тебе надо было белый такой для пары взять. Да ты этот съешь, да я возьму другой. Что ты мне отсюда его дашь? Или выкатишь, или пни его ногой, я его здесь приму. О, хорош, хорош, хорош. Все, ой, а звонки какой, все, дуже дякую. Не поломаешься? Слышишь, нормалек, благодарочка, спасибо. Спасибо. Чтоб у тебя арбузы не переводились никогда. Тем более таких размеров. Ого. Сереж, мне вот тут надо взять морковочку, ой, эту... Катя, капусточку. Что? Слышишь, ты что, балуешься или что, елки-палки? Хочешь, Дима, меня сейчас не то чтобы останавливать, ага. Даже отвлекать нельзя, то сейчас если занесет, то я уже потом на путь ровный и не вернусь. Бери, что тебе надо, я. А можно мне капусточку вот такую беленькую, красивенькую? А вот слева у вас тут такая вот. Ага. Да. А что, справа, справа та белее большая. Было? А родничок какой, посмотри, какой светлый. Ага, сразу видно, не запачканный ничем. Даже мыть не надо, сразу хочется. А, серьезно? Ну, очень похож. Я понял, это один с другим поженили и получился родничок. Да, так, давай, еще давай, еще бабосы. О, миндаль свежий. Спасибо. Сливы. Боже мой. Ты что, неспокойная? Спасибо большое. Ты можешь немножко не снимать уже? Чего? Все, до свидания. Шо-шо? Нет, нет, Черри, спасибо. Черри, а чего ты? Я не хочу. Чу. Надо. Я с ней спасибо. Поговорю, мы вернемся. Ага, здрасте. Маме надо было помидорок взять, Сережа. Слышишь? Тебе же только что человек предложил черри. Что это, не, ну, не помидоры? Ну, кто же кушает черри? До сих пор думаешь, что черри – это вишня. Где? Какая сладкая помидорка? А там где написано? А желтая? Домашняя. Давайте тогда. Давайте вот эту. Есть желтая, есть сладкая, да. Такая самая тихо лопнула. Ничего страшного. Катюня, а-а-а. Бери для мамы так, чтобы мне было не тяжело нести, поняла? Я сама понесу. Мне для мамы ничего не тяжело, Сереженька. О, наконец-то. Видишь? Вытянул из нее эту фразу. Вообще не хотела говорить. Угу. Ага. Может, ты уже, как это, разогнешься? А ты что, снимаешь? Так, конечно, я разогнусь, елки-палки. Я думал, что ты уже угомонилась, уже все. Друзья, кейцы души, хорошее настроение для вас сегодня. Оседлал вот такой вот хороший арбуз, одесский репан. Всем пока-пока. Чао. Ну все, давай, Нежа, болит. Пока, Сереженька, пока. Вырубай, Нежа, все болит, говорю.